Мы теперь добрались до самого центра Тегеля. Здесь мы как бы сейчас прям вам покажем. Находимся у воды. Как бы, конечно, в Берлине очень много водоемов, и в Тегеле тоже это. Тегель славится своей, я думаю, променадой тоже вокруг воды. Да, Наташа? Да, конечно. Тегель практически самая водная часть нашего района. Это, скажем, часть района, где очень благоустроена инфраструктура, очень красивые улицы, дома, все благоустроено, ухожено, чисто. Здесь мы находимся на, скажем так, на уже прибрежной части, где очень много медицинских учреждений, причем с функцией реабилитации после различных болезней, где пациенты имеют возможность, в общем-то, выйти на променаду, погулять и подышать морским воздухом. Если мы посмотрим, то вот одно из известных учреждений, Курклиник, и прям если за клинику пройти метров 150, прямо то упираемся уже в причал, где в Хафель и придок Хафеля, где корабли, в общем-то, предлагают совершить круизы, начиная вот, скажем, от Тегеля по системе озер и практически до Ванзы, до Потсдама. Есть такие туры, очень любимые и очень посещаемые. То есть, если вы будете в Тегеле, обязательно посетите променаду, эти чудесные места, где людей можно покормить, может быть, не покормить, торговаться, сори, кормить нельзя, и, в общем-то, насладиться морскими поездками по водам Хафеля, добраться до Ванзы,